надо признать, что да. Минтруд проделал огромную работу. Он сделал много правильных шагов. Он действительно предусматривает решение проблемы досрочных пенсий. Он скорректировал формулу по сравнению с теми вариантами, которые были. То есть движение в позитивном направлении есть. Тем не менее, остаются нерешенными ключевые, принципиальнейшие вопросы. Теряется страховой характер пенсионной системы почти полностью. Непонятно, зачем оставить 2,6%, почему не дать возможность человеку выбирать, а идти целиком на 6% и тот же самый 0%, потому что те, у кого будет 2%, они окажутся в положении с минимальной накопительной частью и наверняка будут недовольны. Почему жестко не заложены возможности выхода работодателей и работников из вот этой пенсионной системы? Это касается и досрочных, и обычных пенсий. Не просчитаны связи с ситуацией с заработной платой и с инфляцией. Там необходимо совершенно обеспечить сочетание, просто потому что эти два фактора влияют решающим образом на пенсионную систему. Не совсем понятна ситуация с доходными источниками. Есть вопросы к пенсионному калькулятору и достаточной степени обоснованные. Есть проблемы для разных социальных страт, потому что мы видим по расчетам, что люди с высокими, средними и низкими доходами, они в разной степени выигрывают, проигрывают от этой системы. Это обязательно нужно учитывать. Не учтены перспективы изменения продолжительности жизни населения и так далее и тому подобное. Нерешенных вопросов остается очень-очень много. Этим обоснована критика. И мы еще раз обращаем внимание на то, что документы должны быть предельно выверены, потому что в пенсионном законодательстве маленькая недоговорка вызывает проблемы у огромного количества людей.